на лопаточке, получается вот этот вот хомутик, мы обнимаем партнера, но он более чувствительный. Если наоборот он болтается, все равно болтается, то вот этот захват, он все-таки более чувствительный, нужен для того, чтобы вы максимально плотненько партнера к себе притащили и, ну, и как бы ногами, получается, у вас будет легче работать. Право направо. Вот так неправильно. Нам нужно плечо. Видите, я опускаю руку вот сюда. И вот этим захватом веду партнера за собой. Я заставляю вот то, что вы сейчас делали, вот эти вот шаги, я его заставляю сделать тот же самый шаг, но только по кругу. Вот. Видите? Пробуем.